Мы решили раскатать губу и посмотреть, есть ли здесь бассейн. Нет, без вариантов. Вообще невозможно, да? Без вариантов бассейн. Ага, люди с зонтиками ходят. Там такой пекло, уже не представляешь. В общем, Олег говорит, этот город просто обалдеть, насколько жаркий. Иди сюда. Надежда умирает последней. Что тут? А, ну это у нас окно туда выходит. Ну, бассейн должен быть, да. А, ну они сделают вместе с картинами. Да, 3600 бат. Это 7000 рублей, 5 фотографий, чтобы повесить в нашем доме. А что, не, ну а что им надо? У них свет есть, он белый фон. А что им надо? Им больше ничего не надо. Да какая разница, что-то обезьяна-то, мало ли, с чем она там работает. Главное, чтобы умела работать. Пусть там даже это, за 10. Давай посмотрим. Не, ну четко-то четко. Давай людей посмотрим, еда едой. На-на-на-на-на. Это тоже. People. Вон, видишь, какая? Фефа сидит. Я бы не сказала, что они такие талантливые, прям до безумия. Вот это красиво. Вот это очень красиво. Типа нянь. Хотели. Раша? Я Раша. А, вот базука, Олег, тебе интересно было? Олимпус. Вот такой базука. Нет, да, я сомневаюсь, он вообще работает. Это знаешь так. Ага. Это пельмени. Выбрали самые большие пельмени. I have channel on YouTube. Мы вышли на улицу и поняли, что здесь жесть. Очень жарко. Вот прям до безумия жарко. Ни единого облачка нет. Вот. А солнце сильно так припекает. От бетона это все еще теплее. В общем, на улице находиться просто невозможно. Наверное, мы спрячемся в номер и дождемся, пока жара спадет. Часика, может, 4 вылезем. Давайте посмотрим, сколько здесь что стоит в магазине. Так, здесь вообще ценника нет. Это неинтересно. Вода. Ну, то есть надо умножать на 10, тогда мы получим хотя бы в батах. В общем, фастфуд максимально. Да ладно, такой же 7, Олег, как и в этом. И в Таиланде. Точно такой же 7. Че? Точно такой же 7. Как... А почему розовый? Не, положи тебе на место. Орео 3. Смотрю, сколько что стоит, что продают. Мыло. Одно мыло стоит 29 бат, а там 4 стоит 47. Обалдеть. Я поняла. По акции 38 вообще. То есть дорого. Что это? Это маслик. Где ты ее взял? Вот туда. Ой. Вот это тут? Да. Офигеть, 80 бат, короче. 80, ну 80 бат. Зарядки. Давай. Уж лучше все по 20. Давайте. Я сам открыл. Ух ты. Идем. Ой, как душно. Ой-ой-ой. 618 долларов. Это сколько на русский день? Так, Марк 2.
Дайте-то губу раскатать. Смотрите, вот у нас 1200, да, а это 1300, да. Мы за 24, по-моему, мы сняли, да. 1199. Олег спросил, сколько стоит 5D в аренду на пару дней, потому что вот эти фотики якобы могут дать в аренду. Ну, любопытство есть любопытство, интересно, что он скажет. Это такой. Видишь, они все черно-красные. Синий вон там. Да? А, есть, ну, чуть-чутенько. This one. Mm-hmm. Что говорит? How much? Rent. Two days. Что написал? Это камера получила уже другой заказ. Видите, через Booking можно забронировать камеру. $150 один день, 5D. Нифига. Обалдеть. Подожди. А вот так выглядит Малайзия школа. Самая обыкновенная. Караоке! Сколько? 7 до 9 пм хэппи. Часы. Карлсберг пиво. Это круто. Семью себе, да. Бонус. АМ или ПМ? А, ПМ. ПМ. 7 вечера. Вот, уже хорошо. Чего-то. Причем честно. Очень даже. Мы за все это время не увидели еще пока ни одного PCX. Вот что поразило. Да, очень много людей ходят с зонтиками, видите? А, она спряталась сейчас, я все равно ее спалю. Вон она. Жарко. Мы в итоге домой не пошли, мы пошли гулять. А если быть точнее, мы пошли искать банк и, может быть, какой-нибудь другой отель посмотрим. Так, для разнообразия. Почему бы и нет? Почему? Зачем жить в одном и том же месте, если можно сменить? Ой, жарко, прям припекает. Привет, автобус! Ура, автобус! Ну, покатаемся на автобусе. Мы пришли в банк. И хотите, я вам покажу такое? Ох, вы посмеетесь от души. Куда он испарился? Ты куда делся? А вот. Вон он, вы посмотрите, что у него там. На груди. Вот. Это этим они защищаются? Обалдеть. А самое в этом во всем интересное, что Олег снимал с карточки Альфа-банк и не взяли комиссию. Вообще. Ни копейки. Очень круто. Здесь только не снимают, а везти во всех готовы. Ты? Да, блин, офигенно. Такая куча бабок. Там 2000. Мы увидели вот такой отель, хотим сделать его обзор. Может, нам понравится. Просто узнать, сколько там стоит, номера нет. Потому что жить в этих лет я тогда шла. У нас прибавился еще один день пребывания в Малайзии, поэтому... Да, мы, кстати, ничего не сказали по поводу виз, но мы скажем, наверное, завтра, потому что пока еще все. Да, когда вот все получим, тогда скажем. Да. 550 тенге, 1500 бат. Мы решили просто знать, сколько стоит тайский массаж в Малайзии. А есть счастливые часы. Слушай, счастливые часы тут есть везде, на круто, всем. У нас виза стоит за 2 часа, как отдать за массаж. Ну что, заходим в Джорджтаун. Что? Чего, нет бассейна? Да ладно. Да мы туда даже заходить тогда не будем. Как? О, реально? Скруби мадак. Hello. Вот это мороженое маленькое, оно выглядит как чупа-чупс. Во, стоит 38 рингит. О, бат.
3,8 рентген. Новая школа медиадизайна, да? Отец. Отец. Академия отец. Ага. Сейчас поедем в бассейн. Пойдем быстрее, малыш. Смотри, рисунки на асфальте. Это телефоны? А, ну опять это тапка. Ну что это вообще такое? Это ж непонятно даже. Опа, местная, да? Угу. Малин Малайзе? Чай? Нет, в Тае тоже такое есть. Чай? А, Малайзе? Малин Малайзе? Чайна. Олег, 1798, да за эти деньги можно Марк 2 практически купить. Да. Крайне дорого. Смысл? А Apple no have? Sorry? Apple. iPhone. iPhone. Have? Where? But I didn't have the display. Ага. Ну понятно, что ничего не понятно. Бред какой-то. Слушай, ну смысл покупки такого телефона? Ребятушки, весело, конечно, сегодня получилось. У нас был такой замечательный день, такой хороший. Мы так много гуляли сегодня по Малайзии, по Пенангу. Но я забыла телефон дома. Первое впечатление о городе. Просто замечательный, прекрасный город. Вы знаете, здание новое. Вот практически все, они или новые как будто, или просто идеально открашены, заново покрашены. Вот прям свежий город, свежий, чистый город. Это меня прям поразило. Второй момент. Безумно дорогой город. Есть вещи, которые мы покупали втридорога и выше. Просто в магазинах очень дорого. Но дешевое такси. Если на Самуи, например, да, от точки А до точки Б можно добраться просто за бешеные деньги, то здесь стоит все копейки. Мы сегодня весь день катались, можно так сказать, на машине, да, и потратили около 300 бат. То есть, а мы перемещались очень много, потому что сначала Олег ездил по визе, потом мы еще погуляли, потом мы ездили к ребятам в бассейн. По поводу еды. Фудкорт. Мы купили просто обалденную еду, можно так сказать, на сковородке, прям подача на сковородку. И там было мясо говядина, очень-очень вкусный соус с макаронами. Я, к сожалению, не знаю, как называется. Вот я так здорово рассказывать начала, а сколько стоит, я не видела. Или видела? А, видела. 6 рингит, 7 рингит, где-то так. Эрику супчик тоже 7 рингит. То есть умножаем на 10, получаем в батах. То есть где-то 60 бат. Это очень дешево, реально очень дешево. Соответственно, умножаем в 2 раза и получаем в рублях. По поводу одежды. Мы сегодня были просто в торговом центре, в, ну, что-то типа Central Festival, как-то так. И честно мы вам скажем, что там очень-очень хорошего качества одежда. Да и еще рынки мы видели по дороге. Там тоже очень хорошего качества одежда. Цены примерно 35 рингит, 45 рингит. То есть там 350 бат. Ну, то есть как в Москве, наверное, больше даже. Но, поверьте, такая та же самая обувь, она прослужит очень долго. Это не вот эти тряпки, которые продают на рынках в Таиланде, вообще, которые просто и месяц, мне кажется, не прослужат. А еда в магазинах, конечно, много чего на порядок дороже. Ну, например, сок стоит 5-7 рингит, то есть 50-70 бат. Вполне точно такие же цены, как и в Таиланде. То есть, смотря что, безумно дорогой манго. Мы увидели, как мужчина покупал себе манго, и оно 4 штуки стоило 65 рингит. Это очень дорого. Очень много красивых дорогих машин. Очень много красивых зданий. Это я вот просто снимаю рядышком с отелем, что у нас тут есть. Очень красивые вывески везде. Все очень круто. Кстати, вот как называется наш отель. И вы знаете,
очень даже неплохо. У нас меняют постельное белье каждый день, приносят постоянно шампунчики. Ну, то есть прилично, прилично.